новая реальность. Всем огромный привет! Я Бизантроп, последний раз с вами. Но не расстраивайтесь, сегодня мы ждем увлекательное путешествие по миру компьютерных игр. И начнем мы со второй части игрушки Twisted Metal. Предыстория игры такова. Соревнование происходит через год после первого. И на этот раз приходится психоапокалипсис. Решил, всего турнир будет проходить по всему свету, так как город Ангела был практически стер с лица земли. В ходе предыдущего соревнования и рассказать там больше нечего. Новый уровень — это Москва, Париж, Амазония, Нью-Йорк, Антарктика, Голландия, Гонконг и, наконец, догорающий опустошенный Лос-Анджелес. Теперь, когда уровни в игре стали тематическими, а следовательно появилось изрядное разнообразие, одного этого должно хватить для того, чтобы привлечь новых поклонников. На каждом уровне есть несколько уникальных особенностей. Так, например, вам придет показаться по действующей канализации Гонконга, разрушить Эйфелеву башню для того, чтобы открыть себе проход в ранее доступную область, и так далее. Вы можете выбрать один из 12 автомобилей, 7 из которых усовершенствованы варианты старых, а 5 совершенно новые модели. Если вы играете в одиночестве, то у вас есть возможность либо войти в турнир, либо вступить в одиночном матче. Если вы предпочитаете турнир, то вам нужно только выбрать машину и начать долгое путешествие по 8 трассам, которые так и будут вас открыть свои пасти. В Африке великое множество разнообразных врагов, и остается только рожки и ножки. Имеется 3 уровня сложности и уровень изи, а также очень полезно, пока вы как-нибудь не освоите свой автомобиль. Если же вы хотите участвовать в матче, то вам предлагают выбрать подходящее место и противника, с которым вам хочется побороться. В зависимости от уровня, который вы видите вокруг вас, будет уже куча врагов на 6 штук кровожадных монстров. Кажется, который дает прочее полчаса богатого пиротехнического арсенала. Довольно эксцентричное добавление Twisted Metal 2 составляет специальные атаки, которые раньше встречались только в игре типа Mortal Kombat. Для того, чтобы продлить эти действия, вам необходимо использовать D-панель. Так, например, если вы нажмете влево, вправо и вверх, то вниз ледяные холоды, которые заморозят всю округу, а от вашего противника останется лишь ледяная статуя. Их атак у вас хранится очень много. Вы можете летать в воздух, выпускать мины, включать чип и многое другое. Даже когда у вашего соперника иссякнут боеприпасы, то суператаки все равно будут действовать. Теперь враг не может надеяться измотать вас, оставить патронов. Все равно вы найдете, чем постоять за себя. Здесь идет алмаз, представляет вам массу всего прекрасного. Так что было бы вполне логично обзавестись подобной игрой. Это просто фантастика. Примите участие в универсальной прогулке. Ну а призом сегодня будет игра Pitfall 3D, она обрадует всех любителей классических приключений. Главный герой Гвайли младший бегает, прыгает, борется с монстрами в трехмерном пространстве, в разных диковинных местах. Действие происходит аж на 24 уровнях. Ну, а подробнее в этой игре вы узнаете, если ответите правильно на мой вопрос. Какой новый режим игры появился во второй части Twisted Metal? Я с нетерпением жду ваших ответов, и на долгое время я прощаюсь с вами, мои телезрители. Новая реальность.